избирательном участке старший полицейский, находящийся на избирательном участке. Вы не имеете права мне запрещать вести съемку. Почему? Вы закон выучите сначала. Я не прослужу. Вы сейчас нарушаете мое право на свободу передвижения, предоставленное мне Конституцией Российской Федерации. Я сейчас у вас требую открыть мне дверь и выпустить меня из помещения для голосования. Вы сейчас препятствуете моему выходу. Во-первых, нарушаете мое конституционное право на свободу передвижения. Во-вторых, которое влечет за собой привлечение к ответственности, предусмотренной Уголовным кодексом Российской Федерации. Во-вторых, вы нарушаете свои должностные обязанности. В-третьих, вы нарушаете федеральный закон, который предусматривает свободное передвижение лица, следящего за выборами, в том числе члена вышестоящей комиссии, и свободу нахождения в помещении для голосования непрерывно, либо по своему выбору, в любое удобное для него время. Что там сейчас происходит? Ну, скрывайте их пакеты. Я заявление не сделал. Так, подождите, пока вот это делать, да? Мне обеспечьте выход из помещения для голосования. Закрыта дверь, полицейский не реагирует. Обращаюсь к вам, как к лицу, который осуществляет организацию порядка в помещении для голосования. Сотрудник полиции, этот отказывается. Ну, все, позвоню служу, может быть, минуту. Не, серьезно? Да, нашел. А вы не сами сказали, чтобы он вышел? Я говорила, чтобы он вышел. Конечно. Я вам сказала, что посторонние не имеют права присутствовать в помещении. Примите меры. Какие вы меры приняли, это меня не касается. Это ваше уже действие. Оскорбился и ушел на территорию. А вы каким образом осуществляете здесь охрану общественного порядка, если допускаете нарушение элементарных прав? Каких прав? Я вам уже озвучила, каких прав. Вы не слышали? Вам третий раз сказать? Право на свободу передвижения, первое. И второе, право на свободу нахождения в помещении для голосования и выбор времени нахождения здесь непрерывно, либо по своему выбору в промежуток по желанию лица, которое здесь находится. Вот так вот ведут себя полицейские, уважаемые друзья. А потом они жалуются, что их еще называют там разными нехорошими словами. Потому что полицейский не обеспечивает надлежащий общественный порядок в помещении для голосования. Ведет себя как минимум некорректно, не знает элементарных правил и порядка перемещения лиц, находящихся в помещении для голосования. Закрыта дверь. Хорошо, вы хотите, чтобы я продемонстрировала? Пожалуйста. Вот я показываю, уважаемые друзья. Дверь вот закрыта. Меня не выпускают из избирательного участка. Вот, выход, двери не открываются. Ну, вы видите, что это за безобразие творится. Потому что мне нужно пройти на другой избирательный участок. Я имею право находиться в помещении для голосования непрерывно, либо в любой промежуток времени по своему усмотрению. Сейчас мне время позволяет, и я могу на некоторое время отлучиться на другой участок. Потом я сюда вернусь. Но я вправе выбирать время нахождения на избирательном участке по своему усмотрению. Два. Три.
еще раз обсуждать, ну, что вы дальше будете делать, ну, там, и... Выпускать так. А сейчас вот человеку станет плохо какому-нибудь, как скорая помощь сюда зайдет? Как это вы не знаете? Вот сейчас мне плохо, у меня давление поднялось. Каким образом вы допустили это нарушение? Какое нарушение? Я слышал, отвечаю за это. Но закрыть или не открыть. Вы считаете, что вы полицейский, и когда в вашем присутствии совершаются действия, характеризующиеся наличием состава правонарушения или преступления, и вы бездействуете, это нормально? Я не видел. Что вы не видели? А вы не знаете, что право на свободу передвижения – это нарушение? А кто вам запрещает передвигаться? Я хочу выйти из территории голосования. Как я выйду? Вызывайте сторожа. А вы видите, что дверь закрыта? Я вижу, и вы видите. Дверь закрыта, согласитесь? Которая, на ключ. Которая была закрыта кем? Я не знаю, кем была закрыта. А вы разве не должны следить за выходом? Нет. Я должен... А что вы должны делать? Я должен осуществлять пропускной режим. Пропускной режим? Да. А за закрытым, а как пропускной двери? Режим вы осуществляете, если вот вы, если пропуск который, невозможно осуществить? Который как вы осуществляете пропускной режим, если его невозможно осуществить вообще в принципе? Есть телефон в сторону? Он сказал позвонить. Да, надо было выгонять. У меня нет телефона этого сторожа, к сожалению. Я бы позвонила ему, у меня нет его номера телефона. Может быть, на вахте висит? Нет, или он ушел, да? Ушел. Он закрыл свой дверь, сказал, я бы пойду на вахту. Просто директор лежит с ковидом в больнице, мне ей звонить в такой час. А как вы протоколы повезете? Ну, через окно будем выходить. Мне он сказал позвонить. Я думал, телефон есть у вас. 21. 22. 22. Он сказал, будете выходить, позвонить. Цирк, да, я согласна, что цирк. Причем самым невозмутимым выражением лица. Запоминаем, друзья. Я запрещаю это вкладывать в социальные сети. Вы при исполнении служебных обязанностей находитесь. Поэтому я вам запрещаю снимать у меня. Вы же здесь не как частное лицо. Я запрещаю вам размещать в социальных сетях. Я вас предупреждаю специально. Я вас тоже предупреждаю о том, что вы совершаете нарушение моих прав. Да, вот нас закрыли в участке, и мы не можем выйти. Вот такая вот история, друзья. Ну ладно, будем смотреть за подсчетом тогда пока. 10, 11, 12, 15, 16. Так дверь закрыта, нас закрыли. Сегодня был выезд один. И почему вы говорите, что кто-то там сторожа выгнал и так далее? Я когда к вам подошла, вы что сказали? Сторож будет находиться в общем помещении, в общем коридоре. Кто его выгонял? Я еще раз вам говорю, он оскорбился и ушел, он сказал, если не хотите... Почему вы не обеспечили пропускной режим нормальный? Я еще раз говорю. Почему вы ключи не получили до его ухода? Я не имею права брать ключи. Я не отвечаю за это здание, за пропускной режим. А как вы здесь вчера ночевали, позже вчера? Без ключей? С открытым входом? Сторож оставлял ключи. А, так вы еще и сторожа здесь оставляли.
Сторож оставлял вам все-таки ключи. Оставлял ключи. А почему он сейчас не оставил ключи? Потому что он ушел. А почему вы до его ухода не взяли ключи? Я не имею права брать. Но вчера же вы имели право взять ключи? Я не имею права. Но вчера же вы имели право взять ключи? А постовой, который оставался ночью. А почему вот постовой ваш не взял ключи? Вы же здесь старше. Потому что он находится на территории, где он не ушел никуда. Где на территории? Школы. Ну почему вы его не ищете? Ищу, нет, ну вот, ищу, ну вот ищу, смотрите, ищу. Реально, сейчас кому-нибудь плохо станет, что вы будете делать? Будем вызывать сторожа. Чего вызывать? Сторожа. А почему сейчас не вызываете сторожа? Потому что еще никто не умер, что ли? Или позвоните, вызывайте. Ну, цирк, просто цирк. Просто цирк. Как можно осуществлять охрану общественного порядка при закрытых дверях? Я не знаю. Будем выяснять. Так он нас еще и с улицы закрыл. Это вообще прекрасно. Сейчас мы зафиксируем сторожа и будем писать заявление за привлечение к ответственности за ограничение свободы передвижения. Ну это полицейский стучит. Вот у нас сторож пришел, да? Ну вот нас выпустили, пока, по крайней мере. Вы сейчас будете у него ключи получать? Или он также будет туда-сюда ходить и закрывать нас продолжать? Нет, а вот вам самим вы надо будет... Нет, подождите, вы сами вы будете... Вы можете взять? Я не могу взять ну ключи. Вот, так же я не могу. Нет, вот вам нужно будет выйти. Вы как будете выходить? Я же да. Я могу остаться. Нет, вот если вам, допустим, плохо станет. Нет, если вам плохо станет, как вы будете выходить? Попрошу вас, чтобы вы открыли. Вы же меня? Доступ, да. А где вы увидели? Доступ. У меня есть ключи. У вас свободный доступ. Должен быть, но вы мне его не обеспечиваете. Что? Сторож пришел? Да. Открыл дверь, да? Только сейчас. Ну вы же его сейчас опять отпустите, и он может опять закрыть и уйти? Уже разговаривает. Друзья, ну вот опять это он, да? Пристает уже и в доме правительства не знает никаких друзья, мер ограничений. Я попросил у Оксаны Сергеевны мои видеозаписи. Какие вот, ваши? Я что, ваш оператор? Вы долго меня снимаете. Я что, ваш оператор? 4 дня вы меня снимаете. Я снимаю то, что находится возле меня. Не моя проблема, что вы возле меня находитесь. Ну, согласитесь? Поделились бы со мной. А с чего это я должна с вами делиться? Идите туда, где ваш хозяин, пусть он с вами делится, да? Вы говорите, что вы только продать их можете, эти видео. Я такое говорю? Да. Это же вы такое сказали, что вы хотите купить. А я сказала, что я ничего не продаю. Вы хотя бы врать научитесь. Буду снимать вас с заднего ракурса, а то много чести. Кто сволочь? Все пишется. Друзья, вы, наверное, со вчерашнего дня по Воронину соскучились. Пожалуйста, посмотрите на него. Ты меня еще не видел, пожалуйста. Я не скрываю. Воронин, он же хозяин, он же, как там он себя называл? Высоким, импозантным мужчиной. Еще кем он себя называл? Ну, видеозаписи много, можете посмотреть. Ну, конечно, на работу на 6-й этаж. Идите. Здравствуйте. Завершаю эфир, друзья. Этот Воронин меня и в доме правительства достал. Пришлось включить камеру и прямой эфир. У меня просто в телефоне нет памяти. Пошел на 6-й этаж в администрацию главы
сказал, что пойду на работу. Вы что стоите, ждете? Александр Львянович, почему вы меня стоите, ждете? Я свободный гражданин в свободной стране. Ну вы сейчас с какой целью здесь стоите? Я свободный гражданин. Нет, ну понятно, стране. Мы все свободные граждане в свободной стране. Но вы же сказали, что ждете меня. Для чего? Я вас ждал до этого. А вы сейчас уже не ждете? А когда вы появились? А, уже желание пропало ждать, нет, да? Не желание, просто. Проходите, пожалуйста. Необходимость ждать? А какая необходимость была до того ждать меня? Ну я же беспокоюсь. Беспокоитесь за что? Вообще, за вас. Беспокоюсь, что я исчезну из вашего поля зрения? Ну, в том числе. В том числе. А еще о чем вы беспокоитесь? Вообще, о низком уровне вообще список зарплаты. О низком уровне зарплаты? Да. Ух ты ж. А еще о чем? Беспокоюсь за экологию, озоновый слой. Там. А, ну вы сейчас Бамбаева начинаете цитировать. Это вообще неинтересно. Ну, сейчас поэкспериментируем, друзья. Ну, вот я пошла, и Александр Львянович со мной движется параллельно. Ну, честное слово, смешно. Вот, ну, посмотрите. Так, направо. Я прям буду вот экспериментировать. Я направо, и Александр Львянович за мной направо. Красная линия. Кого вы ждете? Ну, это вообще какой-то... Человек просто вот ходит за мной по пятам. Что ему нужно, я не понимаю. Неадекватный. Пойду к сотруднику полиции обращусь. Все мы знаем, что член избирательной комиссии Республики Калмыкия с правом решающего голоса. Уважаемые друзья, да? Я включила прямой эфир, потому что вот господин Воронин Александр Львянович, помощник Зырянова, начальник отдела внутренней политики администрации главы Республики Калмыкия, ходит за мной, за членом избирательной комиссии Республики Калмыкия с правом решающего голоса, обладающего особым статусом, защитой государства от подобных, в том числе, притязаний, ходит за мной по пятам, ждет меня вот за оградой избирательного участка. Смотрите, ну я вам уже показывала. Пойду к сотруднику полиции обращаться, что делать? Потому что человек просто нарушает мою уже физическую, ну, неприкосновенность, я так понимаю. Преследует меня. Сейчас пойду к сотруднику полиции, обращусь. Ну, мы это уже будем. Дальше буду вам сообщать. Ну, он до сих пор ждет меня. Я просто сейчас решу, что делать, и в случае чего выйду также в прямой эфир. Спасибо за внимание. Вот, я села в машину, но Воронин продолжает ехать за мной. Он сел в машину и едет за мной. Посмотрите, вот. Я сейчас вернусь назад к полицейским, чтобы зафиксировать этот момент. Воронин сел в машину. Сел в машину Воронин и едет за мной. Посмотрите, машина едет за мной. Хотя мы развернулись, он опять поехал за мной. Сейчас мы сейчас делаем съемку. Вот, человек преследует, мы это все зафиксировали. Вы зачем едете за мной на машине? У меня прав нет, я бы сам бы ел. Вы на машине, зачем за меня преследуете? Вы что творите? Вы зачем за моей машиной едете? А, мужчина? Вы за моей машиной зачем едете, я спрашиваю. Вы сейчас понимаете, за кем вы едете? Закройте окошко. Вы сейчас едете за членом избиркома Республики Калмыкия. Вы совершаете административное правонарушение. Вмешиваетесь в мою деятельность. Посмотрите, вот. Сейчас обращаюсь, пойду к полицейским опять. Это что такое? Вот это два полицейских.
Вы видите, все уважаемые друзья, вот человека не останавливает даже статус члена избиркома Республики Калмыкия. Я села в машину специально проверить. Он также сел в машину и последовал за мной. Я повернулась, приехала сюда, он опять приехал за мной. Мы все это видим прекрасно. Вот это тоже подозрительный мужчина. Подозрительная тоже личность у нас здесь. Не знаю, правда, кто, но на всякий случай снимем. Проверка покажет. Водитель из аппарата правительства, говорите? Очень прекрасно. Я сейчас пойду еще раз сниму эту машину. Ну вот мне приходится буквально унижаться, да, заниматься вот этой операторской деятельностью. Александр Альвянович, объясните, вы на каком основании преследуете меня и ту машину, в которую я села? Вас никто не преследует. Зачем вы за мной ехали тогда? За кем? Вы не придуриваетесь. Да вы можете ответить, не вернуться на службу, вы тоже ответите. У кого есть возможность, друзья, пробить вот этот номер? Кому принадлежит эта машина, в которой Воронин занимается преследованием меня? Уважаемые друзья, два человека. Второй человек сел в машину, да? Он спрятался и лег. Идем к полицейскому. Пропустите меня, пожалуйста. Я и забыл, что я вас... Воронин пользуется машиной администрации главы Республики Калмыкия. Сейчас пойду, обращусь опять к полицейскому. Эфир будет висеть, уважаемые друзья, пока время позволяет, потому что я не могу по несколько раз... Ну, то есть не буду просто отключать эфир. Вы все видели, что я вышла. Человек просто, я не знаю, мне придется, наверное, каким-то образом... Ну, бегать от него, конечно, я не собираюсь, но я просто хочу фиксировать то, что человек едет за мной. То есть после того, как полицейский меня сопроводил в машину, которая должна была меня отвезти дальше, Воронин сел в другую машину, номера, которые я вам показала, и последовал за мной, потому что я сделала крюк специально и развернулась. Машина последовала за мной и остановилась. Он продолжает меня преследовать. Я села в машину, он сел в другую машину, поехал за мной. Я развернулась, подъехала, он опять стоит. Что вот мне делать? Езжайте в городе, пишите заявление. Я поеду в городел, да, напишу заявление, конечно. Там сотрудника есть. Я хочу, чтобы вы сейчас прошли и проводили меня опять в машину, потому что у вас все это фиксируется же. Давайте зафиксируем, что он тоже садится в машину. Я вас опять назад провел? Да. Вы же сели в машину, нормально уехали, правильно? Нет, он сейчас приехал. Вы приехали, опять вернулись? Нет, подождите. Я сейчас вернулась, чтобы зафиксировать, что он действительно проезжал за мной. В это время... Сотрудника есть, он проверил документы? Нет, не проверил, в том-то и дело. Давайте организуем. Вы же знаете, кто такой этот гражданин? Вы сами снимаете, я хочу правильно? Проверить машину. Давайте организуем. Нет. В то время, когда он остановился, к нему сел. Я хотела подойти к водителю. В машину сел второй еще один человек. И лег на заднее место. Закрыл двери, заблокировал. Давайте вот с помощью сотрудника ГИБДД проверим документы у человека. Потому что сейчас, сейчас он как сядет в машину, начнет движение, он становится участником движения. Тогда сотрудник не может остановить его. Он сейчас был участником движения, остановился. Почему он за мной ехал? Я подхожу и... Вы уверены, что он за вами ехал? Я специально вот туда. Он развернулся также на углу и остановился также здесь. Он подтверждает, что он специально за вами ездит. Он говорит, что я буду ездить за вами.
сейчас взять управление МВД и напишите заявление. Так, я вот сейчас, хотя, конечно, у меня надежды мало, уважаемые друзья. Да, да, вот я хочу обращаюсь к сотруднику ГИБДД, который здесь следит за соблюдением правил дорожного движения, и сообщаю о том, что вот стоит подозрительная машина, которая осуществляла преследование автомобиля, в котором я ехала. Прошу проверить документы. Машина 724, номерные знаки. Да, обращаюсь к вам. Этот человек подозрительный, была угроза совершения в отношении меня действий, я не знаю, которые могли повлечь. Я буду писать заявление, я хочу проверить, чтобы вы проверили документы, пока он здесь стоит, а не исчез куда-то. Данный гражданин данной машины ничего не нарушает. Он нарушает мои права. Я не могу подойти, и у него что-то... Он есть угроза совершения в отношении меня противоправных действий. Как двинется, вы его проверите. Да. Все хорошо. Мне сказали, что сейчас я сяду в машину, мы двинемся. Если он поедет за мной, у него проверят документы. И я прошу... Вы хотите от него что? Есть ли у него документы на право вождения или что? Да, я хочу посмотреть, кто это вообще. Кто это, я вам не скажу все равно. Ну вы это, по крайней мере, у вас, по крайней мере, эти данные будут? Данные у меня будут. И когда будут рассматривать мое заявление, вас опросят, и вы подтвердите эти данные. И я прошу... И я прошу других лиц, которые здесь ведут съемку, зафиксировать, если Воронин сядет в эту машину. Не надо, я сейчас сама сажусь туда. Здравствуйте. А вы... А, ГИБДД, да? Угу. Я не отключаюсь от прямого эфира. Пожалуйста, зафиксируйте, что он будет садиться в машину. Я не отключаюсь от прямого эфира, уважаемые друзья. Сажусь в автомобиль, в котором я передвигаюсь. И вы, так как мне обещание полицейский дал, что если будет у него движение за мной, то они у него проверят документы. Давайте вот здесь развернемся и сделаем тот же самый крюк. Но это вообще беспредел. А что такое? Мы в прямом эфире, давайте развернемся и сделаем точно такой же вираж, как мы сделали. И проверим, этот человек опять будет продолжать движение за мной. Потому что сотрудник ГИБДД и сотрудник полиции пообещали, что они проверят документы у водителя этой машины, если он продолжит двигаться за той машиной, в которой нахожусь я. Это нужно нам для того, чтобы зафиксировать. Так, мы смотрим. Вот, смотрите, здесь столько сотрудников полиции, и ни один не может обеспечить мою... Давайте припаркуемся, подождем, пока у него проверят документы, чтобы... И проверим, будет ли он движение осуществлять. Давайте здесь остановимся. Мы не нарушаем? Нет. Нет, да? Почему сотрудники полиции... Нет, они в это время не смотрят эфир, у него нет этого эфира. А почему сотрудники полиции не могут обеспечить исполнение мной моих обязанностей на избирательном участке? А когда осуществляются вот такие вот действия непонятные, которые, естественно, могут повлечь угрозу моему здоровью, иному виду неприкосновенности, полицейские не осуществляют никаких действий. Вот машина, еще раз показываю. Смотрите, мы заведены, стоим. Смотрите, он вот встал за нами. Посмотрите, давайте двигаемся направо. Как ехали. Офигеть там. Помедленнее. Угу. Вот наш соратник преградил ему дорогу. Наш соратник, друзья, там подъехал один из, скажем так, соратников, друзей, да, Александр Лот. И он своей машиной, как я увидела, перегородил дорогу Воронину, чтобы он не имел возможности за мной ехать. Давайте в центр, да, направимся.
проедем там, давайте проедем по этой же дороге и посмотрим, как там, ну, что происходит. Если он еще будет до сих пор, то есть если он будет стоять, мы, ну, двинемся дальше. Саша, конечно, спасибо большое, но нужно было немного подождать. То есть мы же хотели проверить, он будет дальше ехать за мной. Вот он, ну, он встал. Встал, где? Вот он, слева него. Не, не, не. Нет, это не он. Не он. Сейчас мы проверим. Ну, вот, вот так вот, вот он стоит, да? Да, он ждет. А, Саша, это та машина ждет. Ага. Помедленнее едем, едем, будем смотреть, он едет за нами или нет. Вот он стоит, смотрите. Стоит. Ага. Помедленнее езжайте. Угу. Остановимся где-нибудь вот здесь на остановке, хорошо? И посмотрим, продолжит он за нами движение. Потому что сейчас он развернется. Вы здесь можем остановиться? Угу. Остановимся и проверим его движение. Все, выйду на улицу пока. Ну, вот такая ситуация. Сейчас я смотрю, он продолжает ли, где он там развернулся на повороте. Так, эфир я пока прекращу временно, друзья, потому что я так понимаю, что там ему преградили дорогу, и он дальше не двигается, возможно, даже не видит. Если он появится за мной, я опять подключу эфир, друзья. Хорошо? Подождите, подождите, сейчас я посмотрю, кажется, он... Нет, да? Нет. А вот едет, да? Торопится. Вот, фиксируем, уважаемые друзья. Вот, его машина приближается, смотрите, серая, 724. Замедляет ход. Нет, нет, это не он, не он, не он. Извините, это не он, оказывается, ошиблись. Нет его? Нет. По-моему, нет, да? Ну, ему там преградили дорогу. Да? Ну, пока мы завершим эфир, спасибо, друзья. А вам, по-моему, где? Нет, это нет. Думаете? Нет, не первая машина, вторая. Вторая машина. Да? Быстро так едет, как будто боится, да, опоздать. Даже третья, по-моему, третья это он. Его, да. Нет, 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 нет. Вот она, третья. Нет, нет. Это Хендай. Нет. Сейчас посмотрим. Посмотрим и зафиксируем, если что. Да, по-моему, вот сейчас за второй красной машиной он едет. Да, да, да. Сейчас зафиксируем. Вот он, вот он, вот да, он. Посмотрите, вот, вот, да, 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 остановился, да. Смотрите, вы все видите, он остановился, посмотрите. Я, честно сказать, не знаю, чего он хочет, но он до того, как я включила прямой эфир, сказал, что будет вот, меня нет, преследовать. Но... Давайте разворачиваемся. Поедем? Подождите. Посмотрите, вот Воронин. Да, туда пошел, как будто... У меня это нервничает плохо. Разворачиваемся. Нет, у меня все видно. Mm-hmm. Угу. Я думаю, что это просто психологическое давление, друзья. Фиксируем машину. На втором, на заднем сиденье также еще один мужчина сидит. Нет, угу. А, это вы были? Да, я хотел. А вы зачем к нему подсели? А я же этого водителя знаю так. Вы его знаете, да? Да. А кто он такой? Я его не знаю, как. Ну, мы с тобой общались. Поэтому я хотел у него узнать, что он там... А что он сказал? Да. Ага. Ничего такого, он, ну, вообще у нас как... Не политическое, да? Ну, давайте развернемся и туда опять поедем. Вот, уважаемые друзья, 724. Воронин сделал вид, что он пошел на избирательный участок. Возможно, даже он туда пошел, уважаемые друзья. Но я думаю, что если он... Сама он смотрит до них, видит до него. Угу. Вот, ну давайте пусть садятся. Угу. На остановку становитесь. А пока да, я завершу эфир, друзья.